Жители деревни Петрушина, как и многие в Ленинском районе, недовольны состоянием проезжей части. Говорят, если за центральной дорогой еще следят, то второстепенные даже не асфальтированы. А еще здесь недостаточно освещения и нет тротуаров. Дороги надо ремонтировать, это однозначно. Но пока мы все делали за свой счет. Кроме вот этой, здесь нам оказывал помощь сельсовет. На дороге это одна из основных частей инфраструктуры. Благодаря активности местных жителей, дороги на улицах 2 и 3 в деревне Петрушина были включены в список голосования на портале «Добродел». 25 декабря по инициативе Министерства транспорта Московской области на Доброделе был запущен пробный проект, в котором жителям Подмосковья самим дали возможность выбрать участки дорог для ремонта. Достаточно лишь было зайти на портал, найти свой муниципалитет, вот мы видим Ленинский район, выбрать дорогу и нажать кнопку «Проголосовать». Дороги, которые вошли в список голосования, выбрали заранее, проанализировав общее состояние проезжих частей и количество обращений граждан. К проекту жители Ленинского района проявили большой интерес. Наш муниципалитет стал третьим в области по активности. Голосование завершится 31 января. 1 февраля будет осуществлена выгрузка перечня именно лидирующих дорог, за которые проголосовали жители. И уже по результатам этих голосований пойдет какое-то ранжирование, отбор. То есть, понятно, первые лидирующие, те, кто проголосовал наиболее большее количество голосов, получили дороги. Ну и потом уже смотреть с учетом открытого финансирования остальные дороги, которые участвовали в этом голосовании. В лидерах голосования еще оказались участки дорог в Молокове, Горках Ленинских, а также Видном, на улице Советской. Это одна из центральных улиц города. Вы посмотрите, какой выезд на Школьную и какой выезд на ПЛК. Конечно, в обязательном порядке здесь надо развязки и расширять или делать карманы везде для автобусов. Отремонтировать эти дороги предстоит весенне-осенний период года. Задержать начало работ могут аукционные мероприятия. Поэтому, по оценкам специалистов, ремонт, скорее всего, начнется летом. Деньги выделяет правительство Московской области и муниципалитет. Те дороги, которые относятся к региональному имуществу, отремонтируют полностью на средства области. Юлия Погосян, Алексей Руднев, Ольга Садовская, Видное ТВ.